Добрый день, дорогие друзья! Сегодня проведем небольшой экскурс, что у нас выросло из рассады, которую мы продавали черенками в марте-апреле месяце. Значит, ну что первое? Это у нас бургунди, классика. Темно такой бордовый цвет, популярный очень. Сурфиния темно-бордовая. Потом, что очень нам, как всегда, нравятся махровые сорта. Это тумбелина Белла, махровая петуния. Цветы у нее огромные, махровые. Вот такие цветы суперские. Тумбелина Белла. Там много сортов было махровых. Вот они как смотрятся в кашпо. Ее много уже очень продали. Она до сих пор как бы популярна. Эти сорта хорошо нарастают. Ну, знаменитая в этом году Mystical Midnight Gold. Петуния, она, что интересно, на одном, в одной рассаде может быть это с таким вот ободком очень широким, желтым, может попасться и вот такая, то есть вот эта темно-фиолетовая, почти черная, такая у нее синева, темно-черная, а может быть попасться вообще полностью черные цветы. На этой петунии попадаются цветы. Очень интересный сорт такой в этом году. Потом, что понравилось в этом году? Петуния ампельная Red Capit Hippie Chick Violet. Вот у нее цветочки с таким интересным. Здесь как будто такие вот чик-чик. Такие вот как трапеции какие-то. Ну, очень интересно. Цветет, нарастает хорошо. Потом с зеленым краем. Это у нас петуния каскадная, питая называется. У нее ободочек зелененький. Ну, смотрится тоже интересно. Имеет место быть, кто любит экзотику. Потом, значит, серия «Звездное небо». Очень популярная такая петуния в этом году. Ее быстро разобрали. Splash Dance Magenta Mamba. Такая темно-фиолетово-бордовая в крапинку. Magenta Mamba. Вот, что тут еще охота показать. Значит, вот еще. Значит, сорт петунии такой, видите? У нее попадаются такие. Край может быть больше, меньше белый. Окантовка. Это Альпетуния Glacier Sky. Тоже как бы одна из новинок была в этом году. Вот. Ну что тут, как всегда, классика. Вот разные такие сурфинии, петунии. Риммаджента наша, популярная, незабываемая. Тоже разбирают ее хорошо. И куча-куча другой рассады петунии, сурфинии. Вот можете взять себе уже на заметку. Чего-то вы хотите на следующий год заказать. Все будет в альбомах на следующую весну. Следите за нашими заказами ВКонтакте.